Всем привет на моем канале. Сейчас сразу я перехожу к теме гольфа, так как я и назвала это видео. Хочу вам показать ботиночки и перчаточки для гольфа, которые вот мне почему-то так понравились и так захотелось мне поделиться с вами. Ботиночки вроде как обычные, я так думаю, что они здесь частично с кожи, может быть полностью кожи, но я не хочу придумывать и не хочу вас обманывать. И больше всего... Вот хочу сказать, что больше всего мне здесь поразило, ну, стиль, да, стиль такой интересный, да, специально для гольфа обувь. Но когда я глянула на подошву, вы знаете, я почему-то вспомнила наших детей, стариков в зимний период, когда у нас гололед. Это, конечно, просто мечта, подошва мечта. Вот, правда, я думаю, интересно, вы со мной согласитесь. Значит, здесь 7 шипов, и эти шипы, они заменяемые. То есть их откручиваешь, и ты можешь их заменить, если они там стерлись, я не знаю, поломались, там, вот такого плана, потому что они не металлические. Я здесь понимаю, что здесь очень жесткий, прижесткий пластмасс. Сейчас я попробую. Нет, я даже, вы знаете, даже никак оно не крутится, оно такое острое, это, конечно, ну, качество. Тут ничего не скажешь, не поспоришь. Вот эти перчатки, самое интересное, что здесь пара, да, но на левую руку. И здесь пара, но на левую руку. Поэтому как-то даже сложно назвать это парой. Вот, видите, вот они на левую руку. Вы даже не представляете, насколько здесь тонкая кожа. Это я вам даже не могу этого объяснить, я даже не могу это передать. Вот вы, может быть, я постараюсь вот чуть-чуть ближе показать, насколько она тонкая. Насколько она такая бархатистая, это, конечно, прелесть, ну, чтобы, я так понимаю, чтобы руки не скользили. Ну, я не хочу сильно загружать это видео всякой водой, болтовней. Вот все, что я вам хотела показать, я показала. Честно говоря, я не сильно понимаю в гольфе. Уже кто видит, может быть, понимает, почему только на левую руку. Ну, наверное, если левша, на правую, а если правша, то на левую. Ну, вот так. Поэтому я не буду сильно умничать, просто хотела вам с вами поделиться не настолько перчатками и самим стилем обуви, насколько вот такой продуманный классный подушечка. Вот так это выглядит, вот такой подарочный наборчик, да, для любителя гольфа. Я не знаю, отличается ли мужская обувь от женской, я не обращала внимания, но вот так выглядит мужской набор. Ну все, всем пока-пока, всех наступающим. До следующих видео. Пока-пока.